Добрый вечер. Теперь я переместилась в ванную, поскольку там потолок у меня в туалете сохнет. Значит, смотрите, ребят, чем я занималась. Я покрасила потолок тут в ванной, но уже не эмалью, а водной грунтовкой белой, ВГТ укрывающей. Вот, вот они у меня стоят. Сейчас. Вот она у меня. ВГТ. Вот. А стык между ванной и стенами я вот пропенила. Вот всесезонная пена монтажная. Вот. Они, значит, вроде по отзывам Петровичих ребята ее рекламируют, что она стоит недорого, тяжелый баллон и плотная структура у нее. Вот. Что мало больших здоровых пор пустых, пустот. Что она плотная. Вот, и выход пены очень большой, заявлено производителем, совпадает. Вот, поверила им на слово и не пожалела. Вот, с утра, вот, когда, значит, я пришла, я вот пропенила, вот, стык. А сейчас только что я его ножом малярным, опа, прорезала. Вот, вот тут пены у меня не хватило, вот. И я сейчас еще ее подмазала, подпенила. И удалось мне из не часто второй раз из этого же трубочки, бытовая пена, что у меня она вышла. Вот, правда, я предыдущую продула, баллон поставила вертикально, вверх трубочкой, и несколько раз подала этого газа. Вот, она выдала остатки вот этой массы. Вот, и вот сейчас вечером еще разок, значит, поддула я пены. Вот уголок, где мне не хватило. Значит, что я сейчас делала? Вот, ребята. Значит, стык. У меня тут будет, я вам показывала, лента, клейка лента, примыкание, бордюрное примыкание стена ванной к стене. Вот, она 2 на 2 сантиметра. Длины хватит. Значит, сперва я пропенила. Вот, вот пена, видите? Вот, а дальше намазала опять своей любименькой штукатуркой белой теплом Юнис Голд. Значит, сперва штуцелями сформировала стык обычными. Вот, а есть у меня еще угловой шпатель, а чего бы его не применить. Вот в таком духе кладу сюда и веду им. Вот так, и формирую шовчик красивенький для нашей бордюрной ленточки. Вот. Где не хватает раствора, я его сейчас еще подмажу шпательком. Вот в таком духе, ребят, шовчик получился у меня. Вот. Вот, вот такая ситуация. Значит, потолки сохнут, в туалете эмаль, здесь водная. Вот. Ну, вот такая ситуация. Всего доброго. До встречи.